хотел поздравить вас с наступающим Новым годом. Пожелать вам всем здоровья, любви. Без любви ничего не бывает. И в спорте медалей. Если ты не любишь свой вид спорта, ты никогда не завоевываешь золотых медалей. Я 21 год играл, не пропустил ни одной тренировки. Потому что я любил вид спорта. Я никогда не знал, что буду олимпийским чемпионом, чемпионом мира. Буду прославлять нашу страну на многих чемпионатах мира и олимпиадах. Любите спорт. Уважайте старших. И все надо сделать, чтобы действительно наша Ульяновская область действительно процветала. Это наша главная задача и губернатора, и правительства, и главы города. Все мы заинтересованы, чтобы Ульяновская область действительно при Приволжском округе выходила на первые роли. И мы все будем делать для вас, чтобы как можно больше таких школ, чтобы больше бассейнов у нас появлялось. Потому что мы хотим, чтобы наше молодое поколение, ну и старшее поколение тоже, я надеюсь, ее пустят сюда в бассейн, и старшее поколение тоже будет плавать здесь, правильно? Вот, поэтому мы всем желаем вам здоровья, нам мир на земле и новых побед!